Приветствую, друзья, с вами Артур. У нас предпродажная проверочка радиочасиков Philips. Моделька у нас AG3400. Так, сейчас камера не фокусит. Вот, видно, да? У нас два будильника на борту. Зеленая прикольная подсветочка. Внизу ставятся у нас две батареечки для того, чтобы если вдруг пропадет электричество, у вас часы не сбились, они будут хранить время. То есть дисплей, ой, я включил, дисплей у вас светиться не будет от батареек, но в памяти часы будут продолжать ходить. Работает у нас от 5-вольтового блока питания, вот такой вот блок питания. Кабель у нас просто очень длинный, я не знаю, кто-то его удлинил, и здесь просто огромная бухта кабеля, наверное, метров от 3 до 5, ну просто огромный кабель, я не знаю, честно, для чего. Видно, у кого-то очень далеко розетка была. Давайте радио послушаем. Так, у нас яркость можно менять. Ну, у нас здесь сейчас, чтобы вы понимали, просто мега светло, поэтому телефон делает корректировку света. На самом деле они ярче, чем через телефон. И давайте радио, если будет музыка, а не диктор, я буду пропускать. Если будет диктор, послушаем дольше. Так, проматываем. Есть. Так, сейчас нас загрузят, пропускаем. И довольно неплохо играет радио. Первая станция, которую я включил, там была музыка до того, как я видео начал снимать, чуть-чуть поигрался радио. Хорошее качество звука. Так, пропускаем. То есть оно не мега громкое, но хорошее качество. То есть динамик более-менее неплохой стоит. И в качестве будильника можно ставить радио. То есть это прикольно, когда вы просыпаетесь под музыку, под радио. Так, далее. В общем, друзья, полностью исправно все. Ну, здесь сейчас я просто отключу лампы и покажу, как оно на самом деле светит. Потому что телефон начинает делать коррекции. Вот так вот. Четко, классно, все видно. Телефон просто делает коррекции, поэтому... Так, я еще фотографию одну сделаю. Телефон корректирует освещенность, то есть баланс белого делает. И когда я включаю все свои лампы для фотографий, видео при этом снимается чуть-чуть с искажением цвета. То есть телефон делает видео типа ярче, и экран кажется не таким ярким. Вот реальное его освещение. Лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами Артур. Пока.